Уважаемые друзья, сегодня такая вот у нас планерка очень начинается с торжественного такого события. Владимир Васильевич, вы большую роль играете не только в нашем коллективе, будучи членом партии, да, членом бюро Тувриском. Вы своей активностью, своей энергетикой, своими советами подрастающему нашему молодому поколению являетесь таким вот путеводной звездой. Вот. Я хочу, чтобы ваша энергия была направлена на созидание, во благо, это не просто какие-то слова, во благо народу Тувы. И мы знаем, что тувинская история, тувинский народ, опять же повторюсь, прошел большой героический путь этой созидания, этой стройки, этой развития, этой научной кадры и многое-многое-многое. Всего этого бы не было без руководящей роли Тувинской народно-революционной партии. Кто бы что ни говорил, а историю надо чтить, уважать и ценить. Поэтому Центральным комитетом партии Владимир Васильевич учреждена при ходатайстве Тувриском КПРФ вот такая медаль памятная в честь столетия Тувинской народно-революционной партии. И мне хотелось бы, чтобы наша молодежь в лице Дениса Павловича Денисова вручила вам эту медаль за ваши заслуги, за вашу активность и патриотизм. Денис Павлович, пожалуйста, подойдите сюда. Владимир Васильевич награждается этой медалью первый. Самый первый. 0001. Пожалуйста. Давайте, товарищи, поаплодируем, товарищи. Молодец, Владимир Васильевич. Я надеюсь, что все получится. Лично вас тоже поздравляю. Большой молодец. И в конце концов, вы всегда были и будете оставаться самым честным, в том числе и гаишником. Уважаемые друзья, хотелось бы отметить, что в данный момент Владимир Васильевич у нас исполняет обязанности директора Агентства по делам национальности Республики Тыва. Хотим пожелать ему успехов в этом непростом деле и развития дружбы народов, интернационализма и всего самого хорошего, Владимир Васильевич. Дорогие товарищи, спасибо за награду. Ну, что я могу сказать? Работал, работаю и буду продолжать дальше работать. И, как говорится, служу народу Республики Тува. Мы никогда не забываем, что старшее поколение наших аксакалов, наших, с позволения сказать, даже можно, героев труда и, прежде всего, ветеранов МВД. Владимир Васильевич, вы лучший. Спасибо.